Добрый день, друзья! С вами Александр Воробьев. Александр Мацнев. Мы запускаем онлайн-курс 18 мая, который посвящен методологии применения дополненной реальности для обучения сотрудников в компаниях. Мы передаем инструментарий для создания дополненной реальности у себя в компании. Этот инструментарий мы передаем практически на полгода. Его можно использовать бесплатно у себя в компаниях. И вот те наши счастливчики, которые придут обучаться, а мы возьмем всего лишь 15 человек на обучение, они попробуют шаг за шагом внедрить дополненную реальность в процесс обучения своих коллег, своих сотрудников внутри своих компаний. Следите, смотрите за выполнением этих домашних заданий в нашей группе в Facebook, в Инстаграме. Мы будем выкладывать прямо целые отрезки видео, как кусочки вебинаров, которые будут проходить на этом онлайн-курсе. Конечно, с нашими учениками все это оговорено. Коллеги дают согласие на то, чтобы их материалы были публично отражены в интернете. Будут даны анализы выполнения этих домашних работ, будут даны рекомендации, работы будут проанализированы. Будут проанализированы ошибки, либо, наоборот, какие-то успешные кейсы. Самое интересное, что мы выбираем на курс компании из нескольких различных секторов экономики. Для того, чтобы показать одно дело внедрить в обучение персонала производственного, другое дело обучение персонала торгового, третье дело офисные сотрудники, где и как нужна дополненная реальность, зачем она там нужна для обучения этих категорий сотрудников. Сейчас у вас есть уникальная возможность последить, как это делают другие, в таком безопасном сейф-мод режиме. Следите на наших страничках в Фейсбуке, на нашем канале в Инстаграм. Будут даны после каждого вебинара краткие рекомендации, краткие обзоры лучших кейсов, лучших внедрений. Если вы уже созрели и понимаете, что вот дополненную реальность я хочу использовать, и понимая, как использовать уже сейчас, то вы можете зайти на наш сайт argument.digital и оставить заявку на демонстрацию. Спасибо за внимание. Надеюсь, что вам будет интересно. Пока-пока. Счастливо.